Подмосковье в Отечественной войне 1812 года. Тема премьерной экспозиции, представленной в образовательном центре «Вершина». Здесь открылся первый в области мультимедийный парк – музейное пространство нового поколения. Оно рассчитано на тех, кого не так просто заинтересовать традиционным школьным изучением истории современных продвинутых школьников. Проект был задуман в Московском государственном областном университете и воплощен в жизнь с участием Российского общества знания и музея заповедника «Бородинское поле». Мы рады, что мы могли реализовать эту идею в содружестве с замечательным образовательным комплексом «Вершина», потому что та команда, которая объединилась для того, чтобы делать такой мультимедийный проект, это команда не просто единомышленников, но и команда настоящих исследователей и историков, которая объединила ребят, объединила студентов, и для того, чтобы подготовить эту выставку, пришлось смотреть материалы архивные, изучать исторические события. Посмотреть иллюстрации, исторические фильмы и карту сражений, принять участие в игре и проверить свои знания, ответив на вопросы теста. Теперь можно одним касанием руки. Мультимедийное оборудование и современные технологии позволяют полностью окунуться в изучаемую тему, объясняют авторы проекта. Здесь можно проводить уроки, используя наглядный материал, или организовать досуг, который точно привлечет внимание молодежи. Уникальность нового парка еще и в том, что можно менять контент в зависимости от учебных целей. Сейчас наша молодежь нацелена на различные гаджеты, да, им интересны именно виртуальные музеи, потому что куда-то поехать, это немножко сейчас осложнено, да, посмотреть экспонаты. А в нашем музее они могут увидеть любые экспонаты, мировые, да, наши российские, все, что им интересно. И мы попытаемся это все воссоздать. С помощью экранов, с помощью интерактивных мышек, где дети могут сами поучаствовать, стать участником любого реконструкции любого исторического события. Поэтому детям очень интересно. Особый восторг детской аудитории вызывают красочные реконструкции ключевых событий военной истории России. В день открытия мультимедийного парка на школьном стадионе развернулось настоящее действо на тему выставки. Организаторы перенесли присутствующих в Подмосковье времен Отечественной войны 1812 года. Вниманию зрителей фрагмент легендарной Бородинской битвы, где под громкие залпы орудий встретились армии Кутузова и Наполеона. Такой наглядный урок позволил детям, да и их родителям тоже, ненадолго почувствовать себя причастными к важному историческому событию.